Состоялся первый отчет мой, как депутата Государственной Думы Российской Федерации. Это был отчет онлайн, потому что мы хотели, чтобы все-таки этот отчет увидел как можно больше людей. Мы этот же отчет разместим и в соцсетях, и, я думаю, средства массовой информации нас тоже поддержат. Я рассказал о Московской области, о достижениях Московской области. Я считаю, что самое главное – это то, что доходы Московской области на 150 миллиардов больше, нежели в 2020 году, дает уверенность нам в том, что все социальные обязательства Московской области, взятые на себя, будут выполнены. Наша задача как депутатов – это проконтролировать, чтобы это было сделано вовремя и качественно. Также рассказал и о том, что был создан штаб 120 округа, штаб депутатов, в который вошли и депутаты федерального собрания, и муниципальные, и областные депутаты, а также вошли люди, которые, собственно, волонтеры, которые просто действительно хотят помогать. Это серьезное достижение, что более 600 человек получили помощь, и 177 наказов были решены за 2 месяца. Я считаю, что это неплохо. Плюс, наверное, поговорили и о задачах, которые предстоят на 2022 год. Я думаю, что я отчитаюсь в следующий раз уже летом, за полугодие, но я уже вижу, что в отчет должно быть вложено и как его поменять, потому что все-таки и как мы будем готовиться к новому отчету. Я думаю, что он будет интересней, содержательней, даже хотя бы по той причине, что он будет не за 2 месяца, а за 6 месяцев. Поэтому мы сможем туда положить больше интересных позиций, более интересных законов. И я думаю, что мы его еще и наполним и фотографиями с нашими избирателями, когда мы будем ездить, общаться. Я думаю, что это оживит как раз вот этот отчет.